Привет, друзья! 10:30, понедельник. С началом новой недели вас. На улице минус 13. Хорошо так подзакидало нас снегом. Медведь такой смешной стоит. Кива еще смешнее, да? Фима уже поел. Вообще все поели уже. Я одна последняя осталась. Вот теперь себе жарю яйца уже с колбаской. Вот, а дед тут тоже уже наевшись, решил сразу работой заняться. Вот. Будет сейчас точить коньки. Ну, чего сидишь, молчишь? Рассказывай про свои коньки. Ты хотел. Да вчера, короче, комментарий опять пришел про то, что зачем вы точите без желобка, они же неуправляемые. Ну, я говорю, кто наши зрители, тот и вчера, когда я позавчера, да, снимала их на катке, какие они неуправляемые, еще как управляются. И в хоккей прекрасно играют, и без желобка, без всякого. Так что, видимо, пишут люди, которые вообще не катаются. Нет, тут надо сказать так, желобок это отлично. Но чтобы точить желобок, надо не вот такое самодельное приспособление, которое я бесплатно сделал. А станок 360 тысяч стоит. Я бы не против такого станка. Или в город ездить еженедельно. Или в город ездить каждую неделю. Тратить на дорогу тысячу и еще тысячу на заточку. Да время полдня потратить. Ну. А у нас нету в городе заточки. Поэтому приспособу сделал. А люди не понимают. А то, что... Может, в желобок лучше, но вообще-то в желобок это профессиональные хоккеисты точат. А простые пацаны и на плоской заточке отлично катаются. Вот. А для нас и вполне будет... управляемо. Почему говорят, так, что неуправляемо, не знаю. Самое главное, если... Ну давай, поснимаем. Всем пацанам уж на улице переточил, все довольны. А критики все равно находятся. Так. Алёша уже успел, у нас сегодня снег почистил за оградой. Говорит, устал, даже не стал у Бори клетку вычищать. Сейчас яйца отключим. И, в общем, все, пошел отдыхать. Сейчас вот отдохнет, тогда пойдет у Бори все вычищать. Блин, фломастер. Фломастер надо еще. Да. Зеленый? Зеленый. Так-с. Чего бегаем? Просто так? Ну, бегайте просто так. Вот. Такие дела. Ну, ладно. Пошла и есть яйцо свое с колбасой. Ну что, я занимаюсь коровой. Уже подоила. А Леша что-то делает. Ты что хрюкаешь? Насморк? Ну, старушка наша. Наша старушка. Хрюкает. Только вышла на улицу уже. Засопливила, ага. А что у тебя там, Алеш, такое? Ну, масло. Масло наливал? Наливаю, да. Ясно. Ой, вот что творится. Ах, она. Вертихвостку дразнит тебя, да? Вот. Ну, в общем, что? Запуск идет потихоньку. Так, а вот так делать не надо. Не надо корову тут мне смущать. Кто это, да, пришел? Что за мышка, скажи? Кто за мышка такая? А, в общем, мы, получается, сейчас ее доили. Сколько? Через сколько мы доим-то? 28, что ли, уже часов? Или 27? Через 27 сегодня часов мы подоили, получается. Ну, как-то так вот за 27 часов, получается, мы уже сошли на 8 литров. Я считаю, это неплохо. Немножко, еще немножко. Еще чуть-чуть, и мы бросим доить ее.
Вот, сейчас пойду маленько почищу и сено дам. Ну, Маруся, сейчас. Сейчас сено тебе притащу. А девчонки гуляют. Две жопки. Бегают. А тут кто-то сидит просто. Да бегать, скажи, не могу. Не могу бегать. Вот так. Да, да. Да, да. Да, да. Вот так. Ай, ты его дразнишь, да? Нельзя тогда к нему? Дива. Дива. Она ведь один раз забежала к нему, схватила головку и выбежала. Такая вот Шима. Она пошла, я сено понесу. Я уже пошла. Фима вышел погулять. А я уже все. Баба с двумя пустыми ведрами. Да. Да. Ой, собачня. Вот какая у нас тут зима. Смотрите. Вот это все почистили. Все почистили. Да я показываю, как почистили. Вот. В общем, вот так вот. Маленько сугробы, да, подросли вроде бы. Вот. Поехали мы сейчас за бензинчиком. Для снегоуборщика, во-первых. Во-вторых, надо нам будет поехать в магазин. Что-то планируем. Сегодня понедельник. Думаем, народу поменьше. Хотим доехать до ленты, потому что бабушка просит купить от ее имени ребятишкам уже подарки под елочку. На елочку скоро все равно ставить будем. Так что вот так. Ну, мы сейчас канистру привезем с бензином и тогда только Ефима с собой возьмем, потому что он уже тоже дома засиделся. Надо его маленько прогулять. Слушай, ты не забыл QR-код и паспорт? Я взяла, потому что в этот в торговый центр-то надо. У меня тоже есть. Вот. Нет, какие дела? Мне кажется, в ленту-то, наверное, не надо. Ты думаешь? А там не торговый разве центр? Там же получается один. Ну там же еще бутики есть. Допустим, этот был магазин-то собачий. Нет, ну, это зоомагазин. Ну, наверное, бутики, наверное, спрашивают. Ну, не знаю, в общем, возьми на всякий случай, все, и без проблем. С собой. Так. Как сейчас снежно. Ну, погодка такая. Какая погодка. Ладно, поехали, в общем, за бензином. Луки покажу маленько. Смотрите, какая красота в лесу. Вон какая. Как их запорошило, да? Елки. Кстати говоря, Лидия Дмитриевна по русскому языку прислала результаты нам экзамена вот этого предварительного. Матвей написал на четверку, не добрав 2 балла до пятерки. На 27 из 32 он написал баллов. 32 возможных, в общем, на 27 баллов написал. В общем, я довольна. Хорошо, считай, русский сделал. У него изложение, сочинение на высшие баллы сделаны. В тесте маленько накосячил кое-где, поэтому не добрал маленечко до пятерки. Чуть-чуть, 2 буквально ответа неправильно дал где-то. Ладно, все, побежали мы вот сюда на заправку. Почем бензинчик? Почем бензинчик? Хоть видишь, когда там конец канистры. Сколько там уже? 19, все. Давай, доливай туда. И я хоть посмотрю, как это делается. Ты а хоть... почему бензин-то? Бензин-то где цены-то? Я хоть вот не делал. 46,30. А, 46,35. Вот такой у нас бензин сейчас. Это 92-й. Ой.
снимаю вам нашу красоту, не могу проехать мимо. Не у всех такая есть зима. Вот он наш городок. Спускаемся с горки от заправки. Как у нас спрашивали, в пригороде ли мы живем или в городе. Это пригород города Екатеринбурга, но это все-таки город Арамиль. Мы вот в глубинке, вот в такой вот. У нас и десятиэтажки вот там в центре, видите, вы их вдалеке, да. И частный сектор у нас вот там, вот большой частный сектор. За рекой большой частный сектор. И, в общем, на нашей горке тоже частный сектор соседствует вот с такими вот пятиэтажками, трехэтажками. Ну, а в центре вот настроили сейчас десятиэтажки даже. Почему-то раньше запрещалось строить у нас такие и большие, потому что аэропорт. Запрещено. Не, ну, построили же как-то, как запрещено. Ой, так вот именно, чтобы... Ну, а вся, собственно, жизнь у нас вот рядом, в пяти минутах. У нас и светофоры, и верные, и площадка вот такая детская, Шишкин парк здесь у нас, и петарды, аж два киоска стоит к Новому году, и тут вот фуд-двор, так называемый, делают. И, в общем, вот так вот и живем. Вот тут вот тоже частный сектор. Видите, вот они, трехэтажки советского, так сказать, еще. Ну, не знаю, советского или начала уже российского, да, производства эти трехэтажки. Вот. И вот граничит с частным сектором, где мы живем. В общем, как-то так. Это я для новичков, потому что спрашивают, даже не могут понять, где мы находимся. Вот. Ну, а Екатеринбург у нас в 25 километрах, да, получается? Если от центра. До центра Екатеринбурга. А до окраины у нас буквально 10 минут езды до Кольцова. Граничит. Да, Кольцова, потому что это уже тоже Екатеринбург, это аэропорт Кольцова. Ну, все. Пошла я за Ефимом. Вот мы и приехали. Вон там у нас метро. А здесь вот у нас лента. Сегодня мы решили в ленту. Надеюсь, будет меньше народу, чем в выходные. Ты думаешь, о распродаже там? Не знаю, не знаю. Ну, посмотрим, как там, что. В общем, так вот пошли мы в ленту. Такое стекло грязное. Ой. Все новогодние эти галючки на стеклах. Пойдем поглядим, как там к Новому году в ленте приготовились. Мама тут делает коктейль. На. Ой. Фима, что ты будешь есть? Ой, как я устала, я не могу просто. Я не могу просто в этих магазинах. Еще цены бешеные оказались в этой ленте, прям раздражает. Дороже, чем у нас в Верном. Все дороже, все. Рублей на 10-20 каждый пунктик дороже. Ужас. В общем, будем сейчас есть вот эти вот булки. Йогурты. Вот такие. Клубника, земляника. Я взяла вот такой, хочу попробовать. Не молоко овсяное, шоколадное. Вот так. Все голодные. Уже 3:30, мы же не обедали. Завтракали только. Я манную кашу забыла купить. Ну что-то я забыла. Ну ладно. Все равно ничего толком не взяли, честно говоря. Взяли подарки, правда. Но мы, собственно, из-за них и ехали, да, чтобы взять подарки. Всем, кто нас посетит в Новый год. Вот, поэтому... Поэтому вот так вот. Ладно, а основное это так-то особо и не брали, получается. То есть хотелось фруктов побольше взять. Взяли совсем чуть-чуть мандаринов, да яблок только по килограммчику, так сказать. Вот. Короче, обычно, которые мы продукты, мы их как раз таки сегодня и не брали. Все для Нового года брали. Не очень все дорого, вообще, вообще, вообще невыгодно. Я уже прям не люблю этот праздник. Потому что почему-то всегда такие огромные суммы уходят. Это надо готовиться. Я говорю, хорошо, мы хоть ребятишкам, да, сделали, как бы, сами-то подарки заранее. То есть, и как бы, сейчас мы им купили, сейчас только, получается, сладкие подарки. Без всяких этих игрушек. Ну, Фим-то игрушку купили. Вон он даже сам себе выбирал. Да. Сюрприза, скажи, не будет, но зато выбрал сам, да? Сначала взял лук со стрелами, потом обменял
решил занимать это, руки свои, заниматься спортом будет, боксом. Ну ладно, в общем, сам выбрал, пусть такие дела. Ну ладно, все, поехали мы сейчас домой. Ехали, вот оно, елка тут у бассейна. Так вот горит огоньками. Дети вон с горки катаются, горку поставили. Небольшую. Да нет, нормально, в принципе, не такая уж маленькая. Ну я что, я сейчас ходила за кормом рыбам. Два пакетика взяла корма. Вот, и зашла я в Магнит, потому что кое-что я не докупила. Я забыла манную кашу, например, купить, Фадей заказывал. Рис взяла, тоже мы же его истратили, вспомнила, что риса нет, купила рис. Короче говоря, когда идешь в незнакомый магазин, а лента все-таки для меня незнакомый магазин, и глаза разбегаются, то есть не можешь взять то, что привык брать на привычных полках, то получается, что не покупаешь то, что надо. Ну и вот, и цены маленько там все-таки выше, на что-то даже очень выше. Дела. Ну все, сейчас точно мы домой идем. Уже видите, как темно стало. Темно, совсем темно становится. Фима устал? Да, устал. Кассета. В общем, заканчиваем ролик. Хотела бабушка сказать. Ролик, да. Ролик. Сегодня заканчиваем. Фадей сел есть гречку с котлеткой. Да, вот у него любимое дело в 9 вечера поесть. Последний он у нас ест. Ай, а мы что, все сейчас прибрали. Алеша управился, сходил, корову накормил, курей снес. Вот здесь вот у нас жир плавится. Весь день сегодня плавим его, завтра, наверное, да, будем делать еще. Все еще воды много. Кружка-то живая. Да, ладно. В общем, сметана у меня там. Не убирай. Нет. Я сейчас творожок сяду. Хочу тоже поесть творожку с ряженкой. Что-то как приехали, я так устала, что есть не хотелось. Все, отдыхала, в общем, пока отдохнула. Вот, ну и все. Вот такой день сегодня у нас вышел. Так что, давайте до завтра. Да. Да, все. Всем пока-пока.